Гражданское общество в Молдове должно выходить на митинги протестов. Гражданское общество в Молдове должно говорить «нет войне в Украине», «нет войне в Молдове», потому что молчаливое согласие или равнодушие к этой проблеме порождает, вызывает агрессию, вызывает уверенность националистических сил, что через наглость, через силу, через давление можно править многомиллионным молдавским народом. Тем народом, который сегодня, к сожалению, находится в квартирах, находится на рабочих местах, полагая, что кто-то за них сам решит эти проблемы.